готовы к прохождению осенне-зимнего периода. Нужно сказать, что всегда мы, когда задачи ставим при подготовке, на заседании КЧС мы поставили о том, что необходимо в этом случае ориентироваться на самый неблагоприятный сценарий. Дай бог, чтобы таких сценариев не было. Поэтому в этом году есть приобретение у дорожников, причем у региональных дорожников, федеральных дорожников, есть приобретение в департаменте пожарной безопасности, в МЧС России, у газовиков у наших есть, у энергетиков. Поэтому в целом удовлетворены подготовкой, но задача у нас стоит еще в том, чтобы все силы и средства работали слаженно. Если говорить о готовности на дорогах, то вот мы должны обеспечить, чтобы везде были проезды, не было проблем у людей. Что касается группировки, общая группировка в целом на регионе это более 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники. Вот это все должно быть, есть силы РЧС, которые должны работать организованно. Серьезное внимание, учитывая, что у нас большая область и большое количество дорог, это, конечно же, пунктом обогрева. И сегодня у нас порядка 106 пунктов обогрева стационарных, 37 передвижных пунктов, которые в случае вот экстренной такой ситуации могут вместить в себя порядка 4 тысяч человек. Серьезная ситуация также по пунктам временного размещения. Таких пунктов у нас 518. И пункты временного размещения показали себя и в период паводка о том, что это очень необходимо. И, разумеется, необходимо это к зиме. И в основном это касается и дорог, это касается муниципальных образований, всех 42 наших муниципальных образований. И по пунктам временного размещения, в случае острой такой необходимости, они должны разместить порядка 84 тысяч человек. Это я говорю о том самом экстренном такой ситуации, которая может произойти. Хотелось бы сказать, что увеличивается количество техники, и каждый год он, конечно, не похож не только на погодные условия. И мы понимаем, что чем больше техники, и тем какие-то есть природные катаклизмы, больше, конечно, вопросов, что могут возникнут проблемы на дорогах. Поэтому сегодня мы это еще раз с коллегами обсудили. В ближайшее время будет проведено еще одно заседание КЧС, на котором мы заслушаем все службы по итогам готовности для того, чтобы достойно провести вот осенне-зимний период.